Ребята, всем привет! С вами Раду Думрава, и сегодня я хочу вам поделиться моим очередным проектом. Мы находимся в Кишиневе, в клинике эстетики ПОШ. Давайте прямо сейчас сделаю вам экскурсию по ней. Поехали! Итак, у нас первая работа, которая встречает при входе в клинику. Работы были сделаны, выполнены в стиле акварели. Но конкретно это в более таких тонких линиях и с акцентом на синие глаза. Пойдем дальше. Итак, каждый кабинет этой клиники имеет свою живопись и был оформлен в своем стиле. Эта работа имеет более такой изящный характер и более грациозный характер. А здесь у нас более таинственный, более загадочный образ. Так, а вот это моя любимая. Сейчас я вам ее покажу. И вот она тут. Более такие, более органичные линии, более изящные, более спокойно, уверенная в себе. Я бы сказал, даже более безмятежный. Вот хочется прям смотреть всегда на нее. И так как у нас каждый кабинет имеет девушку своим характером, тут я изобразил более дерзкую, более такую уверенную девушку, которая знает, чего хочет от жизни, и она будет добиваться этого. Тут у нас более успокаивающая, более умиротворяющая девушка. Такой нежным взглядом. Меня она успокаивает, я надеюсь, вас тоже. Тут у нас более мечтательная девушка, которая смотрит в будущее, которая хочет себе лучшего. И меня лично вот она вдохновляет. Вот если смотреть, вместе с ней можно помечтать, можно о чем-то хорошем подумать и идти в светлое и классное, прикольное будущее. Итак, все эти работы, которые вы увидели, были сделаны в одном ключе, в стиле акварели. Они нежные, цвета светлые, цвета протекающие. Где-то были сделаны акценты на глаза, где-то были сделаны акценты на губы. Все это было эксклюзивно сделано по запросу заказчика. Я вас лично приглашаю в этой клинике, приходите. Посмотрите, прочувствуйте вот эту атмосферу. Вот прям окунитесь в эту атмосферу эстетики, в этом оазисе. И все, что я тут сделал, это было сделано за максимальное количество времени, в максимальный срок. 9 работ за 7 дней. Поэтому я вас приглашаю, приходите, познакомьтесь с ребятами и сами посмотрите, как все это было сделано. Кстати, тайная комната, я чуть не забыл. Сейчас я вам покажу. Так, для любителей селфи был сделан уникальный, шикарный бэкграунд, ребята.